Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня у нас будут вот такие вот покупки из зоомагазина, большие. Вот они, вот такие вот. И так, я что вам хочу сказать. Ребята, прошлое видео про комбинезоны снимала достаточно долго и также над ним трудилась, посмотрите его, пожалуйста. Но произошла очень большая проблема. Я это видео на YouTube скачивала 6 раз, и оно скачивалось вместо 1080 качество 240, по-моему. Это вообще так обидно, невозможно. Вот. Ну, поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал. Я совершила в зоомагазине Зоодом. Город Белгород. Первое, что я купила, это вот такой вот пуллер миди. Вот таким вот размером, не очень большой. Это не для Миши, а для собаки моей бабушки и дедушки с дедушкой, лабрадора. Вот, вот такой вот пуллер. Он небольшой, собака небольшого размера, поэтому ему как раз такой подойдет. Вот такой. Тут две штучки. Следующее, что я купила, это вот такой вот корм Зоомир хлопья. Я вообще взяла вот такие вот от фирмы Тетра. Я хотела взять еще одни хлопья, но не было, и пришлось взять эти, потому что мне не хватит, ну, не хватает. Вот. И взяла вот такую одну и одну вот такую. Вот. Я знаю, что эта фирма не очень хорошая, но пришлось взять, потому что не было второй пачки вот такой вот. Следующее, что я взяла. Давайте это вот такое консерва от фирмы Цезарь с говядиной в сливочном соусе. Это для Миши. Вот такая вот консерва. Такие вот кроличьи колбаски. Это я взяла, чтобы нарезать их Мише на выставку. Мы, кстати, 2 декабря идем на выставку. Я постараюсь вам все снять. Также буду участвовать в конкурсе «Юный хендлер». Вот, они мягкие, их можно порезать. Вот. Две колбаски. Как порошок витаминный от фирмы Фитокальцевит. Тут также в подарок шла вот такая вот штучка, ну, чтобы можно было вот здесь вот так вот взять, ну, и удобно закрывать было. Это на подарок идет. Это я добавляю в корм. Там как порошок. Вот тут все написано. Сейчас. Сфокусируйся. Надеюсь, вам понятно, только заходит, а прочитает. Такая вот ринговка для Миши от фирмы VIPET. Вроде так. Вот такая вот. То есть, сейчас покажу. То есть, вот ограничитель один, но его можно, то есть, передвигать. И вот второй. Его сложнее передвигать. Вот. Вот такой вот. Ну, то есть, это можно регулировать тут. Все. Это сложнее. Вот такая вот черная. Чтобы мне было. У нас было много, конечно. У нас есть много разных этих ринговок и удавок, но они большие, а вот здесь у меня в руку вся следующая, что купила. Это вот такой вот домик для рыбок, для аквариума. Сейчас я распакую, вам покажу. Вот. Вот такой вот. То есть тут как будто бы золото. То есть рыбка может, если захочет, сюда заплывет. И здесь вот так вот она ставится. Ну, достаточно красивая, мне нравится. Следующее это от фирмы Happy Jungle. Это вот такие вот, вот такой вот корм для хомяка моего. Куки. Хомячихи, точнее. Опять в одном. Я могла взять Little One, но его не было. А другие корма там вообще дорогущие. Вот. Также я взяла корм для моей шиншиллы Шустрика от фирмы Little One. Вот такой вот сок для... Давайте дальше. Шиншилл для купания шиншилл. Тут вроде пленочка, но это не точно. Будет вот такая. Ну там песок, чтобы Шустрик мог купаться. Фирма вот такая. Это вот такой вот дополнитель кошачий, древесный. Фирма Cat Litter. Литр, все правильно. 4,5 литра, это для Шустрика, ему наполнитель. И от фирмы Триол вот такой вот, вот такие опилки для Куки. Вот, для грызунов и кроликов. И последнее, что купила, это легкое говяжье для Лёли. Вот оно, такое вот, ну и для Миши тоже. Большая упаковка от фирмы Титбит. Так, ребята, вот такие вот были большие покупки из зоомагазина.
Если вам это видео понравилось, то поставь палец вверх, подпишись на наш канал. И в описании я оставлю ссылку на инстаграм этого зоомагазина. И всем пока-пока-пока-пока.